Американский капитал приобрел, допустим, компанию Opel в Германии. Несмотря ни на какие трагические события времен Второй мировой войны, американцы остались собственниками этой компании. По-моему, даже меньше бомбили предприятия на территории Германии во время войны. Или даже совсем не бомбили. Что, собственно говоря, очень хороший пример. Вот мне думается, если вот такие отношения будут складываться между странами все шире и шире, то тогда, может, вообще никто никого бомбить не будет. Дай бог, чтобы так оно и было. И хотя Путин сделал, кажется, все, чтобы о его дне рождения сегодня ничего не напоминало, об этом неожиданно напомнил президент Индонезии, взявший гитару и исполнивший песню с поздравлениями. День рождения, впрочем, будет до глубокой ночи рабочим. Двусторонняя встреча с лидером Японии.